Всем доброго времени суток, представляю перед вами автомобиль, у нас Ford Focus 2013 года выпуска, оснащен мотором 1,6 литра на роботизированной коробке передач, у автомобиля приятная комплектация, красивый внешний вид, чистый ухоженный салон, давайте переместимся в салон, посмотрим, что у нас с вами там есть. А здесь у нас с вами вот такой вот приятный красивый салончик, впереди у нас с вами такой же приятный красивый салон. Итак, по комплектации у нас с вами стеклоподъемники, управление световыми приборами, также у нас здесь с вами имеется мультируль, подогрев передних сидений на 5 режимов, что очень удобно, кстати, а не просто включить-выключить. Ну вот сама роботизированная коробка передач, значит, здесь у нас функция есть электроподогрев лобового стекла, но стекло здесь смененное и подогрева здесь уже на нем нет. Так что, если захотите, мало ли будете менять стекло, можете поставить себе с подогревом. В принципе, ничего там сложного нету. Отопитель салона у нас с вами с кондиционером. Ага, компрессор включился, значит, кондиционер у нас полностью исправен, рабочий. Вот такая вот замечательная штатная вот аудиомагнитола. С приятным звучанием. И в данный момент заведен автомобиль. Идеально ровно работает мотор, ошибок абсолютно никаких не горит. Пробег у нас с вами на автомобиле 127 тысяч километров. И в комплекте у вас будет два ключа, сигнализация с автозапуском Starline и запасной брелок от автозапуска. Если вас заинтересовал данный автомобиль, номер телефона, адрес есть у нас в объявлении. Этот автомобиль вы сможете приобрести по системе трейдинг, в кредит, ну и, конечно же, за наличный расчет. А на этом спасибо вам за просмотр этого видео. Всего вам доброго, всего хорошего. До свидания.